Своих не бросаем, мы за Россию. За мир, за справедливость, за правду. Буква «З» стала символом специальной военной операции в Луганской и Донецкой народных республиках, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Говорит, что это началось вот несколько дней назад. На самом деле это произошло уже 8 лет назад. И на это никто не обращал внимания. А сейчас переворачивается история в русло, которое интересно западным странам, в частности Америке. И фактически там происходят события, которые для того, чтобы прекратить. Россия останавливает войну. Пока российские военнослужащие сражаются с проявлением фашизма, здесь, на родине, россияне всячески поддерживают солдат и благодарят за крепость духа. Так, на днях стартовала всероссийская акция «Своих не бросаем». Местное отделение партии, как обычно, не осталось в стороне. Мы являемся организатором данного мероприятия. Не зря мы называемся «Единая Россия». Наша сила в единстве. Мы поддерживаем нашего президента, его направление. Сегодня мы здесь, как и многие муниципалитеты Московской области, решили организовать автофлешмоб. Поехали! Во флешмобе приняло участие порядка 30 автомобилей и больше сотни человек. Это представители администрации Ленинского округа, общественники, депутаты, просто неравнодушные к судьбе своей страны жители. Наши люди неравнодушные. Они хотят мир, они хотят, чтобы все жили счастливо, и чтобы это прекрасное солнце светило у всех над головами. И не только у нас, а на Украине тоже. Но за мир, за во всем мире, все у нас будет хорошо. Видном сегодня шумно. Это автопробег в поддержку решения всей страны и президента Российской Федерации. Многие видновчане, более 30 машин, выехали на улицы города, чтобы сказать: своих не бросаем. Жители Донбасса страдали 8 лет от геноцида, поэтому считаю гражданским долгом любого россиянина поддержать своих, вот, показать о том, что мы едины, показать то, что мы рады о том, что все-таки это воссоединение независимости поддержали. Люди поддерживают нашу акцию, поддерживают нашего президента в этой сложной ситуации. Но мы все стремимся к миру. Мы за мир, друзья, мы за мир. Проехав через старую часть города Видное, автофлешмоб финишировал там же, откуда и стартовал, на стадионе «Металлург». Это очередная акция в поддержку наших бойцов, в поддержку решения президента. Мы одна страна, один народ. Конечно, мы будем помогать братьям украинцев. Мы должны по-любому победить нацизм. За последние дни это не первая акция в поддержку мира и свободы. До этого в Ленинском городском округе уже прошел масштабный флешмоб, когда на площади у кинотеатра «Искра» десятки людей растянули 50-метровый флаг России и выстроились в букву «З». За Россию! За Россию! За Россию! Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.